Очередная командировка для ивановских стражей порядка. 46 сотрудников регионального МВД отправились в Северную Осетию. Ивановцы будут помогать коллегам Северокавказского региона поддерживать общественный порядок в течение полугода. В Северную Осетию отправились сотрудники подразделений патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции, ГИБДД, уголовного розыска и кинологической службы. Начальнику МВД России по Ивановской области полковник полиции Владимир Жигайло лично проверил готовность отряда к выполнению оперативных задач за пределами родного субъекта. Проводить полицейских пришли их родные и близкие.